Какой сегодня потрясающий день. Нужно перевести дух и начать мерить новинки от Бонпри. Вот, у меня целая коробка. Сейчас будем мерить. И для вас тоже есть подарки. Я вам все скажу. Все скажу и всю информацию оставлю. Оставайтесь со мной. Кстати, это сок. Это сок, это обыкновенный гранатовый сок. Время у нас без 10-4 дня. А мы, может быть, выпила вина, но чуть попозже. Все, мои дорогие. Уношу сок. Так. И несу посылку. Будем вместе открывать. Смотреть, что внутри. Примерять. Так. Освещение не поймешь какое. Знаете, вот сейчас у нас как солнце падает. Так. Так вот, наверное, поставить лучше. Упаковано хорошо. В коробку фирменную. Ну и, соответственно, стрейч-пленка, чтобы было, чтобы не повредилось ничего в дороге. Ссылку на сайт оставлю в описании к видео. Также для моих подписчиков будет скидка 10% на первый заказ по промокоду, который я вам тоже оставлю в описании канала. На первый заказ от 1495 рублей. Так. Ага. Всегда так замирает сердце. Когда открываешь что-то новое, ну, конечно, это всегда приятно. Так, будем смотреть. Сейчас унесу пленку сразу туда на выброс. Так, накладная, транспортная накладная. Так, это нам не важно. Нам все доставили в целости и в сохранности. Обалдеть. Вы посмотрите. Какие классные вещи. Я знаю, это немецкое качество. Вещи обалденные. Какой цвет красивый. Какой красивый цвет. Вот такая вот куртка. Вот такие вот тапочки. У меня же планируется поездка в Турцию. Поездка на море. Вот такие вот тапки. Так. Смотрим дальше. Как приятно. Вот моя сумочка пляжная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какая прелесть. Слушайте. Какие классные. Какая классная фурнитура. Как сделано. Я вот такие сумки смотрела в этом. В Таиланде. Они там так похабно сделаны. Смотрите, я ее не купила в Таиланде, только лишь потому, что она похабно сделана. Вы посмотрите. Слушайте, я приятно удивлена. Вообще все отстрочено. Это прям один, это один из моих фаворитов будет. Смотри, какая сумочка красивая. Слушайте. И даже замочек обтянут, чтобы он не это, обтянут пленочкой, чтобы он не поцарапался. Слушайте, как приятно. Как приятно, когда компания отвечает заявленному качеству, высокому. Видите? Желтенький замочек, синенький, чтобы он тут не поцарапался. Так, сниму. Вот видите, он снимается хорошо. Так, смотрим дальше. Впереди холода, естественно, нужно теплые вещи, естественно. Это черное длинное обтягивающее платье. Я что хочу сказать? Вот это платье я буду носить с шубой со своей лисей, которую я купила. Но будет очень красиво. Вот такое вот платье. Затем вот такой полувер. Ой, как красиво. Ой, посмотрите, какой цвет. Какой красивый благородный цвет. Вот такой полувер. Так. Это пляжная туника. Пляжная. У меня сейчас будет своя такая. О, какая струящаяся ткань.
Слушай, а какая это ткань? Я даже не поняла. Ну-ка посмотрим состав. Я даже не понимаю, какая это ткань. Вроде бы как бы и полиэстер, а вроде бы что-то такое 90% полиамид. Слушайте, какая она приятная. Я буду на море ходить с этой сумочкой, в этом платьишке. Гораздо лучше, чем то, которое в Крыму я носила, которое мне Олеся оставила. Так, еще один. Ой, впереди же Новый год. Как приятно. Как приятно. Так, ну и соответственно, пальто. Соответственно, пальто. Сейчас будем все мерить. Пальто. Так. Слушайте, какая красота. Так. Смотрим. Вообще, я знаю, что среди вас, моих зрителей, много есть поклонников. Вот именно Bon Print, потому что... Вы мне много раз писали про это. Инна, рассмотри для, как сказать, для того, чтобы носить вещи Bon Print. Вы мне много раз кидали ссылки в описании. И все. Мечта сбылась. Наша общая. Так. Прикиньте. Так, давайте уберу. Так. Начнем примерку с... Начнем примерку с вот этого полувера. Так? Ну, вы видите, да, прекрасно, что он мне и так подойдет. Так, ну подождите, пожалуйста, подождите. Сейчас одену. Посмотрите, как красиво полувер. Елочная игрушка. Я такой никогда не было кофты. Красиво? Ну, конечно, красиво. Я и сама вижу, что красиво. Вот хоть куда. И в пир, и в мир, и в добрые люди. Какая красивая. Какое качество приятное. Это новая коллекция. Ты. Есть прям люди, вот есть прям девчонки, которые просто берут постоянно... На Bon Print вещи постоянно. Мне об этом часто очень писали. Красота? Красота. Следующее что будем мерить? Давайте померим вот этот полувер. Я люблю вот такие цвета натуральные, вот такие, вот такого плана. Такие дорогие цвета, такие глубокие, цвета осени. Так, ждите. Красивая кофта. Ждите, вот эту сейчас надену. Одна кофта лучше другой, да? Ну, согласитесь. Девочки, как вы и хотели, все в стиле оверсайз. Вы же говорили, чтобы я свои жиры не обтягивала. Так вот, смотрите. Слушайте, мне очень нравится. Мне очень нравится. Смотрится очень по-домашнему, очень уютно, красиво. Чашку кофе бы. Почему чашку кофе? Подожди, у меня есть бокал сока. Не подозревайте меня. В алкоголизме я пью обыкновенный гранатовый сок. Обыкновенный. Бокал Глинтвейна. Жить за городом. С моей мечтой. Мои мечты всегда сбываются. Как красиво. Как красиво. Я сейчас заказала все вещи, заказала вот именно, чтобы сейчас ходить и сейчас получать наслаждение. Я сейчас пойду скоро, короче, получать свою посылку в другое место. Пойдут в этой кофте. Женька мне мой друг отправил. Красота? Очень красота. Так, давайте мы будем думать о пляжном. Давайте мы будем думать о пляжном отдыхе. Сейчас я надеваю вот это вот платье. Вот это платье надеваю. И сумочка. Я реально вспоминаю сумки из Таиланда, какие они были ужасные по качеству. И вот это вот, небо и земля вообще. Так, все, пляжное платье, ждите. Сейчас я наряжусь.
Вы понимаете? На меня вот все, что ни надень, все красиво. Все красиво, все идеально. Сумочка. А, ну это штаны, короче, ну, я же не буду на пляже в таких штанах ходить. А нужно оценивать вот это вот платье пляжное. Я буду его носить на купальник, сверху надевать, чтобы ручки не обгорели. Та-дан-та-дан-та-дан-та-дан. Как красиво! Какое женственное и красивое. Обалдеть? Обалдеть. Какое качество хорошее. Какое прекрасное качество. Слушайте, какие красивые модели. Я очень довольна, слушайте. Бонпри, вы меня приятно удивляете. Я буду удивлять приятно своих подписчиков. 10% скидкой по промокоду, который я оставлю на первый заказ. На сумму меньшую, чем 1500 рублей. 1495. Красота? Куртка. Красная куртка. Я обожаю цвет красный. Обожаю. А он мне идет. Он мне очень идет. Сейчас будем надевать. Будем мерить. Будем надевать. Жарко у нас сегодня. Мне кажется, у нас отопление дали. Я уже открыла балкон на растопашку. Кажется, у нас дали отопление. С меня уже 7 потов сошло. Пока я тут примеряю, хожу. Как красиво. Вот у меня есть вещи на первые холода. Как красиво. Какой капюшон. Не капюшон, такой воротник. Такой пуховичок. Кнопочки новенькие, не разработаны еще. Только. Слушайте, а почему я раньше не брала вещи на Бонпри? Почему? Я до фирмы давным-давно уже. Давай, Инна, выломай замок. А, вот, конечно, я бы его выломала, я в ту сторону тяну. А кармашки вот так вот. Два кармашка. Ну, такие маленькие. Телефон не войдет. Идет? Конечно, идет. Очень красиво. Очень красиво. Я очень довольна. Вы понимаете? Я очень довольна. Я даже не могу выразить словами, как я довольна. Мне очень идут цвета. Все. Вот сайт. Я вам оставлю в описании к видео. Так. Это вот это платье. Это отдельная история. Я его специально брала для шубы. Специально. У меня шуба будет закрывать плечи. Мне нужно было черное, плотное, трикотажное, классное платье. Вот такое вот прям вот дорогое. Под шубку. Которую я себе подарила на 100 тысяч подписчиков. Да. Чтобы так все было дорого, богато. Так, подождите, платье. А давайте-ка я померю вот эти вот тапотушки. Тапки я точно знаю, что мне подойдут. Сейчас на данный момент я хожу вот в таких. Ну, потому что тепло-тепло, знаете. Тепло-тепло, себя надо беречь. Так, что написано? Хамбург. Джомани. Вот и все. Тапотушечки. А, не достала. Мерим. Сейчас я вам покажу, как это смотрится. Крутышки, да? Крутышки, очень даже крутышки. Офигенные. Так-то не видно, да, мои тапочки? Красивые такие.
такой прям цвет, прям вот алый, такой алый, красивый, такой прям красивый. Красивый, все красивое, вы понимаете, все красивое. Так, ну все, давайте я мерю платье. Следующее я мерю платье, а потом пальто. Ждите. Так, смотрите. Посмотрите, длина. Длина, разрез. Здесь тоже разрез. Коробка бон-при. Очень красиво. Очень красиво, вы понимаете? Очень красиво. Вы посмотрите, пожалуйста. Блин, не как под лицо, не все к лицу. Так, смотрите платье. Тарам-парам-парам. Буду носить его зимой. Зимой со своей короткой шубкой. Вот это платье. Всегда буду в этом платье ходить. Его специально для этого и брала. Там, кстати, столько моделей на сайте. Там глаза разбегаются. Там вот такие вот вещи, вот такого плана. Кстати, демократичные цены. Для такого качества одежды очень, очень недорогие цены. Под горлышко. Слушайте, а? Я приятно удивлена. Я очень приятно удивлена. Очень. Так, и все, у меня осталось пальто. Так, ждите, сейчас пальто надену. Так. Смотрим дальше. Пальто. Красивое, черное пальто. Так, пуговки, пуговки, пуговки. Ну это же красота. Это же очень изысканные, хорошие вещи. Смотрите. Красота. Красота. Очень даже. Так, бокал. Бокал вина. Я вам все еще раз покажу. Зачитаю информацию, которая вам нужна. Я уверена, что нужна. В общем. Значит, я вам ссылку на сайт Bonprix оставлю в описании канала. Промокод будет мой 96503. Он даст вам право на 10% скидку. И на первый заказ от суммы, знаете, от какой? 1495 рублей. Еще бесплатная доставка по всей России. Красота? Ну, в общем, порадуйтесь за меня. Порадуйтесь. Я за себя очень рада. Очень. Вообще, я довольна покупками. Я очень довольна покупками. Считай, пальто. Посмотри, как куртка красивая. Давно хотела такого цвета куртку. Давно. Не очень идет. Очень. Так. Сумочка. Сумочка пляжная. Пляжное платье. Практически как шелковое. С кружевом. Вот такое вот платье. Обалденное, черное, дорогое платье. Прям, знаете, чуть ли не в пол. Плотное, прям вот на зиму. Прям вот на зиму. А какой полувер? Не той стороной. А какой полувер? А какая эта кофта? Блин, все классное. Вот реально все классно. А топотушки? А тапки какие? Так, подожди, второй. Какие красивые тапки. Ну, это идеально. Я вам 10% скидку дарю. Я же расплачусь. Какая милота. Ну, короче, что я хочу сказать? Пальто. А пальто какое? Парам-парам.
Парам-парам-парам. Если честно, сейчас жарко. Сейчас жарко, и оно, да, с меня 7 потов сошло уже. Пальто какое красивое. Парам-парам-парам-парам. Так, мои дорогие, все. Красиво, уютно. Все для осени и для зимы. Ссылку на сайт оставлю, конечно же.